И всем привет, с вами снова я, Денис. Сегодня мы проходим уже 12-ю часть Майнкрафта. И сразу же хочу передать привет Дени Котейко, или Котейко, я не знаю подробностей его фамилии, но все равно я передаю тебе привет. Привет, привет, привет еще раз. В общем, я тебя как бы поздравил, так что все, мы в расчете. У меня остался один алмаз, ладно. Ладно, все, начинаем выживать. Сегодня я хочу, давайте-ка... мне нужна куча камня, во-первых. Вот, ну вот так, где-то булыжника. Каменных кладок. И немного шерсти. Да, но этого хватит. Думаю, это хватит. Нить. Нужно с нити нормальный лук сделать, потому что это... Это мне не нравится. Что-то это мне не нравится. Так, как он делается-то? Вот так вроде. Блин, я постоянно путаю рецепт крафтинга... Лука. Я никак не могу запомнить, как крафтится лук. Может, вы называете меня нубом, но... Ну, действительно, как он крафтится? Я его крафчу, он не крафтится. Чё за фигня? Вроде в этой стороне должен... Должна быть нитка. Да... Самый тупой крафт в мире — это крафт лука. Как его сделать? Как его сделать, я спрашиваю? Ладно, ты все равно... Безмозговая тварь. Вот с этой стороны должны быть палки. А вот с этой ниточка. Или вот как-то так. А, наоборот. И ничего не получилось, отлично. Сейчас я посмотрю. Так, где наш там интернет? Ай, блин, ну как может по-другому крафтиться лук? Я постоянно забываю, как крафтится лук. Это странно. Так. А, черт. У меня отвалился интернет. Сейчас я пробую его исправить. Так, наконец-то начал работать интернет. Вот, блин. Ну что за такое? Чё за несправедливость? Запускаюсь. Так, значит. Рецепты. Блин, чё такое? Рецепты. Майнкрафт. Вот оно. Вот они наши рецепты. Так, и оружие. То, что надо сделать нормальное. А, то блин, я же вроде так делал. Странно. Ладно. Значит, нам нужна куча камня. Мы это сделали. Нужно больше камня. Думаю, железо нам пока не надо. Давайте лучше сделаем железные топоры. Пойдем рубить дерево. Сейчас оп, все дерево потратим. Оп. Так, 3 железных топора. Надеюсь, нам их хватит. Все, берем тебе один топорик и пойдемте рубить деревья. Пошли вы. О, снежок пошел снизу. Значит, что у нас тут? Вот там вот дерево. Привет, овечка, как я рад тебя видеть. Я просто в этом мире уже не был дня 3 или 4. Если честно. Давай-ка, дерево, я тебя срублю, и все будет клёво. Так, одно есть. Одно мертво. Может, еще Сашу здесь не собирать, я не знаю. Это же... Эти деревья Женя и рубил. Он был где-то вот там, вот его дом, вот тут он.
Где-то расчищал территорию. Ага, вот тут был Женин дом. Тут он, помню, он расчищал. Значит, где-то здесь должна быть пещера с алмазами. Потому что мне на алмазный мечик не хватает. Так, так, тихо-тихо-тихо, глюки. Дайте я посмотрю. Так, там лава куча. Тише, глюки нет. Так, у нас там какая-то пещера. Там лава. Странно. Тут у нас что такое? Так, только не надо генерироваться. Не надо генерироваться, нет! Не генерируйся! О, что это такое там? Там скелет стоит? Странновато. Ладно, прорисовалось. Давайте уголька соберем еще. Все-таки, нам нужно много угля все-таки. Почему бы и нет? Это весь уголь. Да ну, вы реально издеваетесь. Да я в своей жизни больше угля видел. Так, это мы сохраняем. Зря мы с собой железо сделали, нам сейчас может не хватить этого. Дерево нарубим. Вообще нужно попытаться найти обычный биом. Потому что 100% он где-то есть, но... Где? Я без понятия. Ну, как вы поняли, Новый год, да, это все Новый год. Так, братаны, походу мы нашли еще один спавнер. Это не спавнер, солочь. Зомби, ты меня взял на повод, ты должен за это ответить. Самая тупая пещера в мире, зомби, я знаю. Твоя пещера самая тупая, я всем расскажу. Что у нас самая тупая? Иди сюда. Хотя нет, не самая тупая. Так, всем вот. Иди сюда. А, скелет. Чё за звук? Так, чё у нас здесь такое? Ничего нет. Я собираюсь замочить зомбаря. Иди сюда. Почему ты еще что-то... А, блин, скелет, как ты меня нашёл? Пошел ты, твои кости мне не надо. Жаль, но я не видел никогда так низко пещеру. Так, вот блин, уже тут закат будет. Уже будет закат. Так, что выкинуть? Что выкинуть? Нет, это гнилую плоть. Так, быстренько нарубим еще одно дерево. Где оно растет? Хотя мне вроде этого хватит. Не, вот еще одно. О, тростник. Нужно еще будет сейчас тростник собрать. Вообще нужно посадить тростник. Я его еще не садил. Нужно посадить вот этот тростник. Он собирался от меня убежать, но я его поймал. Вообще нужно себе будет там книжечек замутить. Для этого... Блин, черт. Че выкину? А, съем сырую курицу и... Отлично. Так, а почему два? Было же три. Где третий, мать вашу? Ладно, коровка, иди сюда. Так, чё из тебя там? Так, говядина мне не надо. Ну, ладно, я соберу все из тебя. Что с FPS было только что? Оп, убил. Что за сеть это такое? Так, тише, здесь пещера, там здесь шахта. Блин, ну не прорисовывайся. Так, там у нас хорошая пещера, но я не уверен, есть ли в ней алмазы. Давайте вот так вот подойдем, чтобы он не прорисовался. Значит, шахта. А в шахте могут быть полезные вещи. Я думаю, мы туда отправимся, но меня пока не это интересует. Вообще, что здесь такое еще есть? Факелы в шахте. Ладно, все, но меня интересует вот это вот свет. Чё за бред? Откуда свет? От лавы?
Крипер, иди вон. Или от чего-то еще. Но... От лавы, да. Странная лава ты какая-то. А! Блин, сволочь. А! Так, паутинка мне твоя не нужна. Сделай себе дом декорацию в виде коровы, кожи и прочее. Дребедень. И последнее деревцо. Зачем я взял три топора? Да хрен его знает. Мне даже одного хватило. Головы. Так, ладно, все, пошлите домой. Только бы мы нашли сейчас путь домой. А! Мазилы. Крипер! Вау! Чё ты мне так легко под... Чё ты мне так мало снес хп? Странно, но у меня броня на исходе. Нужно будет ее сломать, так и быть. Рано или поздно снова умрет. 35-й уровень опыта, дорогие друзья. Отлично. Если найду еще один алмаз, я его потрачу, наверное, на... На столочарование. Потому что зачаровать ребята я тоже хочу. Я себе сделал в прошлых частях слово очарование, но вы не видели этого. Ну, он вроде сказал, да, он сказал, что осталось книжку заводить, потом типа что-то там еще. А, и зачарованное слово себе сделал, так сказал. Так, только бы думать, только бы найти дом. Иди вон. Где наш домик? Ну, где-то в этом районе, это... Не хочу говорить 100%. Это точно. Наш портал светится так далеко, что мне даже кажется, что там кто-то есть. Кто-то багина поставил. А может, он действительно кто-то. Подожди. Портал же не может светиться. А, нет, смотрите, все-таки портал светится. Я видел. Нельзя разбить портал. Прикольно было, если бы можно было, я посмотрел бы, как это бы произошло. Курица. Значит, что у нас здесь? Тростник. Нужно посадить тростник. Вообще нужно что-то поспать. Так. Так, пошлите. Что у нас в нашей пещерке там делается? Друзей нету? Нет, нет, нормально. О, уголек. Ладно, мне не надо. Еще, может, когда-нибудь приду, и тогда мне надо будет. Высадим тростник вот тут вот. Блин, он не ставится на песок. Здесь что, везде песок? Нет. Чё? А, да. Вот так. Вот так. Он ставится на песок. Просто... Блин, не был бы я в северном биоме, было бы намного проще. А! И удобнее. Так как мне забраться внутрь? Блин. Ой, ну пусть факел стоит. Вот так я сделаю. Вот еще вот так. Все, пошлите в дом, соберем все нужные вещи для того, что... А, зачем нам в дом идти? Кто, блин, ну нет, нам нужно положить все-таки некоторые вещи, чтобы потом их забрать и положить наверх. Значит, бумага, у нас есть уже бумага, давайте сделаем несколько книжечек, так, Саша, сюда, несколько книжечек сделаем. А даже не несколько, а одну книжечку. С одной книжечкой мы ничего не сможем сделать, но можем ее почитать. Как это замечательно. Ну, представьте себе, дорогие друзья, книжка. Мой бедный
герой не знает, что ему делать, ему так скучно. А вот тут появилась книга, и он сидит и читает. И вот так вот на кроватке сидит и читает книжечку. Молодец. Ну ладно. Давайте пожарим мяско. И выбросим это яйцо. О, у нас еще одно пополнение. Смотрите его. Давайте еще соберем мою тыкву. Раз у нас топоры уже есть. Надо еще одного снежного голема запилить. Сейчас я это сделаю. Так, два вроде блока, да. Два блока нужно. Вот таким вот образом мы делаем еще одного братюню. Эй! Эй! Друг! Вот, смотри, я делаю братюню тебе. Оп. Вот у вас уже и трое. И вы вообще крутые ребята. Вы мне снег приносите. Давай-ка я соберу немножечко. Все-таки. А вон плату-то нужно с вас брать? У вас бесконечный источник снега. Я буду его вечно подметать за вами. Вот там, где он стоит, там бесконечный источник. Вау, мне даже места в инвентаре не хватает, чтобы это все забрать. Сейчас я подойду и столько снега накопаю. Ну, держитесь. Вот таким вот образом стоим и добываем. Все, здесь уже снег закончился. Блин, то нам не хватает. Зверски не хватает. Чё делать? Ну, все сюда положим. Нам все равно, мне кажется, не хватает. Так, не выходите, не выходите. Оп. Так, столько снега. Это замечательно, но не всегда. А, сахар у нас уже есть. Отлично, мы сейчас сделаем. Так, это сюда и это сюда. Нам еще нужно 4 снежочка, так что пойдемте еще раз. Раз, два. А, стоп, не надо. А, нет, надо. Вот, 16 штук, все. Теперь мы делаем вот таким вот образом. И вот поля. Снежочка у нас уже 44 штуки. 44 блока. А теперь давайте я сделаю еще. Где наш там этот? Как его? Это иква. И яйцо. Яйца у нас тоже много. Но нам намного не хватит. Сразу говорю. Шесть тыквенных пирогов. Отлично. Мне как раз такое и надо. Количество. Лопата мне. Ой, меч мне нужен. Лопата мне не нужна пока. Булыжника сюда. И куча дерева. Ну и земля, конечно. Так, все, пошлите строить. Блин, что-то мне не по себе, когда у меня мало камня. Точнее, это будет чистый подвал. Дом будет наверху. Ау, блин, что-то я уже пугаюсь этого, этой воды. Где бы поставить дом? Вот тут, наверное. Блин, зря я сказал, что мне нужна лопата. Мне сейчас именно нужна лопата. Черт с вами, мне нужна лопата. Почему я ее выбросил? Лопата! Лопата! Иди ко мне. Все, со мной ты не будешь больше скучать. Сейчас пойдем, я тебя сломаю. И ты будешь счастлива, что я тобой пользовался. Все, бегом отсюда. Вот сейчас мы разберемся с нашей лопатой. Это что у нас такое? Срочно заделать. Ой. Криворука, но все же. Ой. Нормально. Ну, где-то в самый раз будет кстати, наш дом. В
зря я сижу, ты подобрал, чисто не... А, его ж можно выбрать, точно. Всё, я пока лопату не буду ломать больше, мне такого места, в принципе, хватит. Давайте всё здесь закроем. Жаль, что следует панель нельзя делать, было прикольно. Опять у нас полностью забитый инвентарь, почти давайте если сломаем нашу лопату. Чё лопата? Я думал, пора сломаться. Ломайся, ломайся, я сказал. Да, я сломал лопату. Теперь снежки все выкидаем. Все выкинули. И теперь строим дом. Да, наконец-то. Давайте вот тут вот где-то, да. Вот такого нам примерно должно хватить. Но я не знаю, хватит ли. Вот такое вот домишечко у нас будет. И вот это. Все, не хочу больше ничего говорить. Нам этого должно хватить. Видите, я немножечко прервался. Как обычно, и уже ночь настала. Так что давайте быстренько... Нет, не это мы. Сделаем домик. Что-то я уже путаю, что я не в креативе и строю домик на выживании. Потому что я себе уже думал, полечу сейчас. Быстренько домик себе сделаю. И ресурсы быстро заканчиваются. Значит, так, так, теперь сюда. Что-то мне кажется, нам этих досок не хватит. Нам сейчас придется рубить свои деревья. Самое плохое, что может быть, рубить свои деревья. Нет, я буду рубить те деревья. У нас топоры еще с собой. Ты же бы только дом от какой-нибудь молнии. Хотя молнии в снежном биоме не бывает, так что ничего моему дому не будет. По крайней мере, не должно. Но серия уже затянулась намного, так что всем спасибо. Да, серия заканчивается на самом интересном моменте. Я начинаю строить свой дом. Нормальный, цивилизованный дом. Так что всем пока. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте пальцы вверх. Всем спасибо за просмотр. Всем пока, ребят. Пока-пока.